Всем привет из прекрасного солнечного города Мерсин. А вот и я. У нас выходные, но мы специально для вас приехали в район Теджи снимать одну из самых крутых квартир. В плане, что в них крутое? 2+1, цена шикарная, море 100 метров, вот такое вот шикарное сите, озелененное. Сейчас я вам покажу, что такое сите. Многие уже знают, мои подписчики, но кто не знает, я объясню. Сите – это жилой комплекс с огороженной территорией, озелененная территория, с бассейном, с охраной и так далее. Дом не новый, дому 25 лет. Пойдемте прогуляемся по самому жилому комплексу. Смотрите, дом не заброшенный уже, ну, как бы сите не заброшенное. Почему? Бывают такие, которые, ну, прям очень-очень страшные. Недавно в самих домах была реконструкция. Полностью дома ремонтировали, красили. Дома прямо красавчики, как новенькие. Само сите ухоженное. Все деревья, весь газончик, все пострижено. Вообще, это не дом, а мечта. Квартира расположена на Зимин-Кате. Многие скажут, ой, там сырость, ой, там это, ой, там то. Я вам скажу так, в Зимин-Кате есть тоже свои преимущества. Во-первых, вы можете себе сделать лестницу, отдельный вход в вашу квартиру. Вам не нужно пользоваться общей парадной. Захотел – пришел, захотел – ушел. Сидите. И даже сами обратите внимание, в сите, в комплексе реально очень тихо и спокойно. От моря близко. Вышли, пошли, искупались, там 100 метров пробежались, вернулись обратно. Посмотрите, какая красивая озелененная территория. Честно, очень ухоженная. Территорию мы вам сейчас покажем, после этого пойдем посмотрим саму уже квартиру. Квартира тоже хорошая, с ремонтом, вам практически ничего делать не нужно. Единственное, по-моему, там можно будет сделать, я бы лично сделала там ванну. Душевую кабину поменяла бы, там санузел я бы, конечно, отремонтировала. А так стены, потолки, пол, мол, все новое, все полностью сделали ремонт. Здесь, вон, смотрите, огороженная территория, стоит забор, заборчик они сделали новый, дом покрашенный, свеженький, красавцы прямо. Вот как раз-таки, как я и говорила, можно сделать свой отдельный вход, вот, люди сделали отдельный вход. Они отсюда заходят, и таких, кстати, очень много. Пойдемте прогуляемся. А пока мы смотрим комплекс, давайте поговорим вообще о районе Теджи. Этот район, он является более как спальным, но с огромными перспективами. Потому что на сегодняшний день, чтобы вы понимали, 3 года тому назад здесь вообще ничего не было. Здесь были только старые дома, которые стояли вдоль моря, а сегодня здесь одни из самых крутых застройщиков Мерсина как раз таки строят в Теджи. Земли вообще нету, все уже выкуплено, все уже понастроено, район вырос, здесь он самый популярный из наших, среди наших соотечественников. И в этом районе как раз таки это самый подходящий район для тех, кто хочет жить рядом с морем. Потому что в городе там новые дома начинаются, ну, километр, полтора, а то и далее. Здесь уже вот, 100 метров, и вот стоит рядом жилой комплекс новый. Дому этому 3 года, максимум даже 2 года. Ой, какой кот, смотри, прикольный. У него такие глаза интересные, грустные. Кс-кс-кс-кс. Умные, посмотри, какие глаза. Батюшки бедные. И получается, как бы именно вот в этом районе можно купить квартиру рядом с морем. А Чикмаларда? А, там Антышикиридыре. Вот нам сейчас подсказали, чтобы мы вам показали бассейн. Здесь имеется на территории комплекса детский бассейн, озелененная территория, взрослый бассейн, детская площадка. Детская площадка имеется. Пойдемте посмотрим сейчас бассейн. О! Заходите. Конечно, сейчас тут грязненько, была зима. Перед тем, как настанет сезон купания, все это убираем. Вот, один большой бассейн, взрослый, очень большой причем. И с этой стороны детский бассейн. С
этой стороны пока что лежат тарелки спутниковые, потому что полностью по всему комплексу меняли спутниковое телевидение. Пойдемте дальше. Оп. Лабиринтами. Здесь вот, получается, имеется кран, в котором вы можете воспользоваться водой, чтобы помыть руки, ноги после моря. Пришли с моря, помыли ножки. Здесь место для барбекю. Как бы приходите, ставите мангал и жарите. И вот такая вот хорошая, ухоженная территория. Теперь пойдемте смотреть саму квартиру. Ну что, дорогие подписчики нашего канала, сегодня очередной обзор квартиры. Нами любимой, надеемся, и вами любимой. Квартира 2+1 в прекрасном районе Тадже. Начнем с вами по классике с гостиной. Такая вот немаленькая достаточно гостиная. И, конечно же, кухня. Квартира не новая. Расположена она, опять-таки, как я уже говорила, в районе Тадже, в комплексе, которому уже 20-25 лет. Пройдем с вами дальше по коридору. И, как видим, сразу здесь же санузел. Далее по периметру у нас небольшая комната. Здесь же встроенный шкаф. И далее еще одна комната. Непосредственно со своим вот таким вот балкончиком. Кстати, стоит заметить, что в этой квартире два балкона, один из которых мы с вами пропустили. И сейчас пройдем к нему еще раз в гостиную с кухней. И вот непосредственно второй балкон прямо-таки здесь. Достаточно удобно, так как можно устроить здесь свою бахчеру, поставить стол, стулья и в сезон наслаждаться свежим воздухом непосредственно. На этом наш обзор закончен. Надеемся, вам было полезно. И до встречи на следующих обзорах. Пока-пока! Ну вот и все. На этом, я думаю, что мы можем закончить наш видеообзор. Квартира, честно, цена – подарок, локация – подарок. Выбирайте, и вы никогда в жизни не пожалеете. С вами было агентство недвижимости Well Homes, Анастасия. Всем пока-пока. Хороших выходных.